У Жлобинском районе сёлета были працаўладкаваны каля 700 человек. Як показывает практика, цікавасць до такого виду деятельности с каждым годом сярод молоді повышается. И тому формировать студентские отряды начинают за несколько месяцев. Сейчас с марта месяца, с конца марта мы начинаем формировать банк данных желающих трудоустроиться. Молодые люди приходят, заполняют у нас анкету желающего трудоустроиться, оставляют свои контактные данные, по которым мы в дальнейшем можем с ними связаться. Затем мы начинаем созваниваться с возможными работодателями. И первые, кто ребята пришли, естественно, они трудоустраиваются раньше, чем остальные приходящие. Молодь працуе у складе сервисных, экологичных, будаўнічых и сельскогосподарчих отрядов. Дарэчы, апошнія з'яўляюцца самыми популярными. Один из таких сельскогосподарчих отрядов разместился на территории Жлобинского державного профессийно-технического колледжа. Я работаю тут месяц. Мне нравится тут работать. Тут очень дружные ребята. Я работаю в сельскохозяйственном отряде. Я нашла новые знакомства, новых друзей. Мне нравится тут работать. Тут очень весело. Лето удалось. Працуюць рабяты на тэрыторыі унікальнага гадавальніка лекавых раслін. Закладзены ён быў больш за 20 гадоў таму педагогамі Жлобінскага дзяржаўнага прафесійна-тэхнічнага каледжа сумесна з вучонымі Акадэміі навук. Этот уникальный питомник был заложен в 1992 году. На нашем питомнике выращивается больше 100 лекарственных пряных трав. Весной, летом и осенью ухаживаем, выращиваем. Зимой мы также делаем из наших трав чаи. Для ребят, которые работают на территории гадавальника, это не только возможность заработать и доведаться, как правильно выращивать и использовать лековые растения. По выниках летнего працовного семестра для самых активных и метанакированных предугледжены подарунки и дипломы от районного комитета БРСМ. Дмитрий Котов, Олеся Рудянкова, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Жлобинский район.